когда Алевтина Валентиновна Смирнова, ткачиха Яковлевского льнокомбината, с трибуны 24-го съезда партии призвала выпускать продукцию только отличного качества при наивысшей производительности труда на каждом рабочем месте, многие ее подруги из Приволжска засомневались, возможно ли, получится ли. Сегодня ее примеры только в Ивановской области следуют более 100 тысяч текстильщиков. Почин героя социалистического труда Смирновой позволил Яковлевскому льнокомбинату досрочно завершить пятилетку по качеству продукции. Герои социалистического труда, подруги и соперницы по соревнованию. Алевтина Валентиновна Смирнова, Анастасия Федоровна Ерофеева, знатные ивановские текстильщицы.